Привет, сегодня мы начнем проходить самостоятельную модификацию для игры Half-Life 2 под названием Silent Hill Alchemella. По сути, эта модификация является отдельным проектом во вселенной Silent Hill. Модификация создавалась фанатами, вышла она примерно год назад. Я только сейчас решил на нее взглянуть. Что же, приступим, новая игра. Сам я каким-то большим фанатом Silent Hill не являюсь, но мне будет интересно на все это взглянуть и пройти. Ох, что случилось? Что я здесь делаю? Блин, выглядит неплохо. Мне нравится, только нет прицела. Ключ. Это ключ от моей комнаты. Также тут вид от первого лица. Возможно, так будет даже удобнее. Теперь открыто. Чей это дом? Он такой огромный. И прикольный. Впечатляющий. Тут даже есть занавесочки. И крутая кровать. Тут ничего не лежит. Просто не хочу ничего пропускать. Блин, скорость мышки, мне кажется, какая-то очень большая. Надо бы ее убавить. Блин, я думал, это лестница, а это что? Это, наверное, и есть лестница. Ну окей. Так, сейчас я убавлю. Блин, это, наверное, слишком жестко. Вот так получше. Тут у нас что? Таблеточки какие-то. Это окно? Или зеркало? Мне кажется, что окно, но... Как-то это очень тупо. Стоишь здесь такой, моешься. А на тебе все пялятся. Я сюда зашел просто так посмотреть, или я что-то упускаю? И тут лежит тоже какой-нибудь ключик. Можно, наверное, выйти уже на улицу, но... Я хочу здесь осмотреться. Или вот это выход. Ладно. Нет, я вернусь. Мне интересно узнать, что находится в этом доме. Как он выглядит. Поэтому я сначала осмотрю здесь. Холодильник я не могу открыть. Холодильник давно закрыт. Не стоит открывать. Почему ты так думаешь? Воды нет. Я могу... со многими вещами взаимодействовать? Или нет? Было бы удобнее, если бы они как-нибудь подсвечивались. Дверь заклинила. А вот это куда ведет? А хотя ладно, я не буду пока ее трогать. Заклинила. Замок сломан, я не смогу открыть эту дверь. Блин, ну ладно, давай попробуем открыть. Мне кажется, она тоже закрыта. Да. В результате придется выходить отсюда. Да или нет? Что здесь, черт возьми, происходит? Я не могу выйти. Может, тогда стоит в дом вернуться? Ладно. С тобой все хорошо? Где ты? Вот это уже более мрачное место. Но выглядит все неплохо, хотя они ее вроде делали лет 6, эту модификацию.
Это достаточно долго. Но пока мне все нравится. Что это за место? У этой двери нет ручки. Вот сюда я, наверное, могу зайти. Но я сначала осмотрюсь. Тут ведь так классно. Можно в окна заглянуть. Там никого нет? Тогда пойдем. У меня все равно нет денег. Ох, моя голова, я спал? Я думаю, это из-за наркотиков. Ты что, наркоман? Зачем оно тебе? Теперь у меня есть фонарик. А он разряжается или нет? И я могу как-нибудь инвентарь открыть? Закрыто с другой стороны. Вот это, наверное, сохранение местное. Ничего я здесь потрогать не могу. У меня странное ощущение, когда я смотрю на этот круг. Стоп, а та дверь? Тоже открыта? Только какая вот эта... Или отсюда я пришел? Да, отсюда я пришел. Вот эта дверь. Да, она тоже открыта. Ножницы, ты мог бы их взять. Это была бы хоть какая-то защита. И сюда я заглядывал, да? Так, туго завинчено, не могу открутить руками. Попробую ножницами. Дверь заклинила. А, ясно. Надо запомнить то, что здесь есть какой-то ящик. Хорошо. Я понял. Снимки. Но там ничего нет, а то мало ли, иногда бывает, что в трупах прячут какие-нибудь ключи, их надо потом разрезать, этих людей. Мне нужно сейчас что-нибудь, значит, найти. Аптека. Телефон не работает. Мне бы не помешала карта какая-нибудь. Тогда было бы чуточку удобнее. Закрыто с другой стороны. Хорошо. Докторская. Смогу ли я сюда попасть? Без ключа не открыть. То есть мне нужен ключ от докторской. Дальше кухня. На кухню я смог попасть. Но есть ли тут у нас что-нибудь? Мясорубка. Нож. Похоже, холодильник не работает. У нас здесь ничего нет. Или я ничего не вижу. Пойдем тогда пока дальше. Директор. У него-то, наверное, есть ключи? Или что-нибудь интересное? Нет. Никаких записок даже. Ну как так? Зато у него крутой кабинет. Правда, без компа совсем тухло. Ага, это какой-то спуск у нас. Я хочу просто посмотреть, что здесь. Наверное, не работает лифт. Блин, я застреваю еще. И нет ручки, ну хорошо. Это единственный путь, куда можно пока что пойти. Наверняка мне еще придется вернуться с ключом. И с гаечным ключом еще. Тут у нас немножечко затопило.
помещение. Но может еще можно воду будет откачать. Комбинации я не знаю. Электронный замок. Только почему он не обесточен? Замок сломан. Ага. Лифт питается отсюда. Глупо это трогать, стоя в воде. Я так и думал. Тут было сохранение. Хорошо. А я просто так это потрогал. Хоть это и было ожидаемо. Сначала надо воду откачать. Тут, наверное, должны быть насосы какие-нибудь. Здесь чего-то не хватает. А ты не можешь отсюда оторвать? Так. Тут у нас ничего не лежит. Я наверняка уже где-то что-то пропустил. А может, где-то написана комбинация? Кстати говоря. Сейчас это логичнее всего. Может, в кабинете у того директора посмотреть. Вдруг что-нибудь там найдется. Бежим туда. Возможно, комбинация там, я не знаю. Куда все подевались? Может, я найду что-то в записях в холле? А где эти записи? Я не смогу выйти. Закрыто. Ладно, директор. У него вот я ничего прочитать не могу. А тут где записи? Пусто. Директор, кухня у нас была открыта. Тут также ничего нет. Возможно, мне потом мясорубка это пригодится. Или холодильник. Не знаю. Тут также ничего нет. Можно сохраниться, хотя я ничего не достиг. И пойти сюда, хотя здесь также ничего нет. Цифры нет? Ничего? Блин, печально. Ура! Карл, убедительно прошу вас как можно быстрее начать ремонт водопровода. Если генератор выбит, а подвал зальет водой, это будет настоящая катастрофа. У нас есть пациент, подключенный к аппарату искусственного дыхания. Мы не можем так рисковать. Поторопитесь, иначе я буду вынужден принять меры. Ящик с инструментами вы найдете в кабинете администрации. Также проверьте сливную трубу по кранам под кранами на кухне. Ну, ящик с инструментами я видел, а трубу я не проверял. А я не могу приседать. Внимание всем сотрудникам. Палатный корпус на третьем этаже сейчас находится в аварийном состоянии и закрыт на ремонт. Также временно перекрыт доступ к лестнице. Если возникнет срочная необходимость, ключ от лестничного пролета находится у строителей, занимающихся ремонтом третьего этажа, а также еще один у врачей. Но по возможности настоятельно не рекомендуем пользоваться лестницей до окончания ремонтных работ. Администрация.
А вот карта. План госпиталя. Ладно, думаю, тогда стоит вернуться на кухню. Я не могу никак перебраться. Ладно. Тогда бежим. Бежим, бежим, бежим. Докторская. Вот у нас кухня. Тут про какие-то трубы писали. Блин, серьезно. Нифига нет. Что еще может быть? Или не выходить? Просто вот кухня, о которой писали, да? И я ничего здесь не могу поделать. Холодильник вот не работает. Здесь я ничего не могу взять. Ничего не могу. Что за бред? Вот серьезно, если бы это подсвечивалось, было бы гораздо лучше. И что мне это дало? Гаечный ключ. Я подобрал гаечный ключ. Но там же писали про раковины. Ну ладно. Надо было тогда сразу к ним подойти. Но я не думал, что это можно оторвать. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Тогда бежим сюда. Вроде в аптеку. Дальше сюда. Да, все верно. Сможем открыть этот ящик, я надеюсь. Да, можно открыть. О, вентиль. Большой вентиль. Наверняка он от трубы в подвале. Да. Можно сохраниться теперь. Мы многого достигли. Я хотя бы знаю, что не потратил время впустую. Что у меня есть хоть какое-то продвижение. Так. Дальше подвал у нас был вот здесь вроде, да? Да, отлично. Вентилем мы откачаем воду. Кажется, подошло. А, вот она откачивается, отлично. А, я могу просто держать. Всё. Жаль, тут нельзя постоянно сохраняться, где хочешь. Я бы сейчас сохранился. Итак, запускаем. Теперь должен работать лифт. А, и вот замок заработал. Так, мы сейчас где были-то? В подвале же. Первый этаж. На первом этаже мы были. Ну давай доедем до первого этажа. Просто убедимся. Как мы долго едем. И лифт тут такой огромный. Да, отлично. Тогда едем на второй. Что у нас на втором этаже? Блин, серьезно, здесь поместится целая куча людей. Половина больницы. Второй этаж. Здесь мы не были, да? Нет денег, с этим я взаимодействовать не могу. Ну что ж, по порядку идем тогда. Загадка комнат очень проста, ты отгадаешь ее наверняка. Тут опять кодовый замок. Загадка комнат. Загадка комнат, ладно. Это была 206-я комната, и опять 206-я. Это очень странно, возможно, это просто ошибка. А возможно, так и задумано. Ты живой? За стеклом что-то странное.
Это мягко сказано. Ты впервые встретил человека. Что там написано? Комната смерти. Первая. Кстати, вот здесь, возможно, что-нибудь тоже написано. Я же ничего не пропускаю. Комната смерти. Комната смерти у нас вот здесь, но, наверное, эта дверь закрыта. Что это? Это место, оно знакомо мне, я здесь когда-то был. Этот госпиталь. Нет ручки, ну разумеется. Тут очередной кодовый замок. Что это за больница такая? Ладно, идем в сестринскую. Тут у нас сохранялочка. Воспользуемся. Без ключа не открыть. Это просто так пишут? Что без ключа не открыть? Или я найду ключ? Думаю, что просто так. Стоп, вот эта дверь закрыта, что ли? Да. Ладно, надо запомнить. Женский туалет. Что написано? Комната старости. Что это? 4? А! Стоп. А это не подписано. Просто, если бы эта комната была подписана, можно было бы ее номер запомнить. И это как-то использовать в комбинации. Потому что там была другая комната, первая. А вот, кстати, наш персонаж. Тут у нас что? Убогая и странная картина. Кто ее сюда повесил? Ну да. От такой можно наделать в штаны. Может, для этого она здесь и висит. Что у нас в мужском туалете? Так, здесь ничего не лежит. А в раковинах? Нет. Тут у нас есть лестница. Я там, кстати, не был. Ладно, сначала можно проверить эти двери. Что это, что-то сердце? Господи, это же человеческое сердце. Ну да, фигово. Лучше его не трогай. 201 комната, 202, 203. Что за звуки? Телевизор. Что это за топовая комната? Тут даже два стула есть. Надо помнить про какую-то загадку комнат. Вот записка есть. Врач сказал, что я скоро смогу пойти домой, и слава богу, мне тут до ужаса надоело. Мне не нравится этот госпиталь. Кормят здесь ужасно. По сравнению с домашней едой, это самое настоящее дерьмо. Я уже готов жрать фастфуд. Помимо этого, здесь абсолютно нечего делать. Скукота. Палата просто ужасная. Ей бы не помешал ремонт. На третьем этаже вроде бы уже начали какие-то работы. Ходят забавные слухи, что в палате 302 рухнул потолок, не прибил одного из пациентов, и якобы врачи обнаружили это, и сейчас труп находится в морге. Хоть и говорят, что это всего лишь слухи, но мне как-то не по себе от всего этого. Скоро буду дома, не переживайте за меня, Билл. 302. Надо не забыть. 302 палата. Это у нас 203. То есть обратная этой, да? 302, 203. Возможно, это просто совпадение, возможно, нет. А вот тут общая палата.
Они не люди, они все хотят меня убить. Ладно, здесь у нас ничего. Третий этаж, значит. Заклинило, то есть я сюда не могу попасть. Ладно. Придется здесь проходить. Сохранимся еще раз. Почему бы нет? И пойдем на третий этаж. Посмотрим, что там. Лифт еще такой странный. Весь помятый внутри. Там кто-то буйствовал, что ли. А тут кто-то украл всю еду. Вот говнюки. 307-я. Ой, тут опять сохранялка. Вон там у нас что-то есть? Или это просто так? Ладно, сохраняемся опять. Никаких подсказок. Триста шестая. Замок сломан. 305-я. Замок сломан. Склад и прачечная. Пойдем сначала, наверное, вот сюда или вот сюда. На склад пойдем, ладно. А, нет ручки. Какие огромные стиральные машины. Так, стоп, я вышел не туда, куда хотел. Вот это у нас что? Я не могу это потрогать. Хотя, возможно, эта дверь закрыта. Нет, открыта, хорошо. Значит, идем. Не могу, в мужской туалет. Комната рождения 4. И смерти была 4. Как-то вот это непонятно пока. Комната рождения, комната смерти, еще какая-то комната там была. Карта. А тут пока ничего сложного, и так можно все запомнить. Без карты. Старая кукла, она меня пугает. Выглядит она отвратительно. В смысле? 302-я же нужна мне. Что за звуки? 303-я. Значит, что-то надо так придумывать. 302-я комната. 203-я. Ключ? Это ключ от шкафчика. Я уже забыл, где шкафчики. На втором этаже вроде, да? Опа, привет. Эй, вы в порядке? Она не будет атаковать? У нее... Все хорошо. Тут нет шкафчиков. Может, она свалила? Нет. Тогда придется возвращаться туда. Это был второй этаж. Она за мной не будет гнаться. А хотя тут дверь. Да? Ясно. Стоп, склад. Нет ручки. Не могу открыть. Не могу открыть. В 307 у нас сохранялка.
Можно воспользоваться. Я же нашел целый ключ. И вообще, можно на этом закончить. Пока. Yeah.